Воронов идет в лицевую, всех собрал на себя, скидывает на Лиходея. Лиходей еще одну дальнюю попытку открытую не реализует, врывается под кольцо и сверху! Бэкслэм. 3 секунды до конца третьей четверти. И Павел Сергеев. О-о-о! Он точен! 74-51. Это был лучик надежды в этой концовке для саратовского «Автодора». Очень неплохой процент пока демонстрирует. Тихоненко пошел внутрь. Хорошая атака. И Скайлер Спенсер отвечает. За лицевой Павел Сергеев. Выводит мяч Андрей Печкин, ну и Георгий Жбанов подстраховал здесь и решил вопросики, сверху завершил. Вместе с Марио Хезани будет представлять огромную опасность для всех. Это Иван Лазарев вылавливает этот алиуп за счет своего шикарного, большого, так, птичьего размаха рук. Швед. Ой, какая передача великолепнейшая от шведа. Здесь нужно отдать должное именно защите Локомотива, которая была максимально кусачей. Здесь какая передача от Владислава Емченко на Сергея Долинина. Под 12 номером. Видище попадает под блокшот Валерия Лиходея. Трехочковой дистанции реализовал. А вот со второго предъявления не смог. Джонатан Мотли вылавливает передачу, разворачивается в лицевую и втыкает мяч сверху. Сдваиваются на нем, и сейчас пойдет проход. И какой отличный проход от Владислава Емченко. Передача от Жалина Барфорда своевременная. И как Владислав взмыл.